Всем огромный привет! В сегодняшнем ролике я хочу вам показать заказ Faberlic, который я сделала недавно, и вот сегодня он ко мне приехал. Вот такая огромная, довольно тяжелая коробочка. И дополнительно еще сделала один заказ. И я хочу вам пожаловаться, потому что мы с моей дочкой очень сильно любили джинсы от марки Faberlic, которые почему-то перестают продаваться. То есть они, как я поняла, распродают остатки, и, к сожалению, черных уже нашего размера нет. Нам подошли больше всего, потому что Соня у нас довольно высокая и довольно худенькая. Соответственно, на талии ей практически все джинсы велики, и нам приходится выбирать джинсы с довольно длинными штанинами. И еще один немаловажный фактор при выборе джинсов и вообще штанов — это то, чтобы они регулировались резинкой на талии. В общем-то, все эти замечательные свойства у этих джинс есть. Я нашла только синего цвета, очень сильно хотела бы черного. И я хочу написать в поддержку Faberlic, чтобы они вернули эти самые джинсы. В общем, я не знаю, как вообще, где они там их заказывали, как они их шили. В общем, это размер 140. Здесь просто великолепный материал, качество пошива просто на 5 с плюсом. Посмотрите у них на сайте обязательно, если есть какие-то подходящие вам размеры, берите, вообще не раздумывая, потому что, ну, короче, круче, вот честно, вот не было никогда. Потому что у нас были джинсы H&M, Манго, каких у нас только не было, и реально эти от Faberlic лучше. У них здесь вот такие вот резиночки с двух сторон, они подтягиваются, то есть, соответственно, их можно носить, подвернув немножечко, да, потом еще на следующий год можно носить, поэтому я прям очень-очень их люблю. Ну, к сожалению, я хотела двое сразу взять, к сожалению, не было. Забрала вот буквально последние. Ну, по крайней мере, этому я тоже очень рада, почему бы и нет, самое главное, что я их взяла. И дальше хочу вам показать такие уже, знаете, некоторые новогодние, такие новогодняя продукция, и насколько, я не знаю, вот насколько приятно смотреть. Я заказываю онлайн, соответственно, я не беру каталоги себе домой, но онлайн даже, вот просто ты заходишь на сайт, и там все блестящее, все такое красивое, все такое новогоднее, и у тебя совершенно другое настроение появляется, поэтому кое-что новогоднее я тоже здесь заказала. Кстати, я всегда заказываю как консультант, я здесь тоже об этом расскажу, я всегда об этом рассказываю, я заказываю намного дешевле. Я заказала плед. И я не рискнула это сделать, я знала, что он будет хороший, потому что это второй плед от марки Faberlic, с сайта Faberlic. Это определенная коллекция, здесь такие щенята. Почему вообще? Потому что у меня и Соня, и собака очень-очень любят пледы. Заказала я его не в подарок, я заказала нам. И так как у нас постоянно проветривается, постоянно довольно прохладно в квартире, эти пледы нужны не только для того, чтобы лежала, например, Соня, или брать его куда-то с собой, или просто, ну, просто невероятно мягкий, классный. Я взяла у Сони один плед и накрываю им Джима, для того, чтобы он не мерз ночью, потому что он спит рядом с нами в проветриваемой комнате, а там, соответственно, дует. Вот, он огромный, просто вот он в два раза, просто я не знаю, как сказать, насколько он огромный. Я думаю, что это Джимочкин плед, потому что он с собачками, с милыми, я думаю, что ему очень понравится. Вот он рядышком лежит. Джемпер для детей, это уже новогодняя коллекция. Джемпер вот такой. Я его купила вообще-то на, ну, дома ходить. С длинными рукавами обязательно. То есть футболок у нас куча, а вот таких вот джемперочков нет. Он не теплый, то есть это просто трикотаж. И вот с такими вот милыми новогодними мишками. И к нему обязательно буду еще докупать штанишки там такие классные. Ну, в клеточку такие. Ну, короче, класс. Дальше. В общем, мне стало так интересно, и я заказала многофункциональные салфетки для уборки, и их здесь 50 штук. Выглядит это вот так и вот так. Давайте распакуем и посмотрим, как вообще, что оно из себя представляет. Бамбуковое волокно, целлюлоза, короче, они типа натуральные, но их можно мочить и стирать. Я не совсем поняла, как это возможно. Выглядит оно вот так, но довольно-таки плотные. Я решила попробовать либо для уборки, либо, ну, просто там столы протирать. Почему бы и нет? В общем, если будет интересно, я вам потом тогда расскажу. Короче, мое зеркало совсем пришло в негодность.
Там уже не работает подсветка, там уже просто само стекло почему-то у меня уже выпадает, хотя я его клеила много-много раз. И я подумала, ну что я мучаюсь? Я же достойна хорошего зеркала для макияжа. И пускай я этот макияж делаю очень редко, но вот заказала себе вот такое зеркало. И здесь даже есть такое увеличивающее, которое я не люблю. Но хорошо, что оно отдельно. А, оно на присосках, смотрите, оно на присосках просто... Нет, это не прикольно, знаете, вот так вот поры разглядываешь, и все слишком видно. Да, в него надо вставить батарейки, и тогда оно заработает. Вот такое зеркало с подсветкой. Здесь, кстати, надпись Faberlic тоже подсвечивается. Здорово, мне нравится, оно здесь везде регулируется. Ну, кстати, работает от 4 батареек, но я надеюсь, что надолго должно хватить этого свечения. Дальше взяла пилочку для ногтей. Я очень люблю вот такие пилки, которые с заостренным краешком, для того, чтобы вышкряпывать все ненужное из ногтей. Кстати, круто сделали то, что, видите, она защелкивается и не мешается. А здесь уже просто такая стандартная пилочка. Классно. У меня моя куда-то потерялась вот такая вот. Так, дальше. Пятновыводитель кислородный универсальный. Взяла вот в таком формате. Я очень люблю в порошковом формате, но я решила, раз я стираю в основном в машинке, естественно, то почему бы мне не заливать это средство в специальный отсек для жидких моющих средств. Я думаю, что будет очень здорово. К тому же сегодня я сняла бабушке тюль и буду ее стирать совместно с пятновыводителем, вот таким вот кислородным, он прям пенится, особенно если вы замачиваете где-то в тазике или там в раковине, в ванной, вот, прям пенится, классно, очень хорошо удаляет пятна, очень хорошо, отбеливатель кислородный очень хорошо отбеливает, а пятновыводитель, соответственно, прекрасно справляется с пятнами. Это я взяла моющее средство для полов, здесь написано для полов и стен, но я взяла конкретно для полов, да, оно пахнет очень прям натуральной лавандой, ничего себе, классно, прям как будто биоэко. А, и здесь вообще это типа для животных вот у них есть, вот это Petty. А, это специальная такая фаберликовская серия именно для животных. Но у меня животные как бы умные, ничего такого на полах не делают, я просто взяла средство, мне нужно было для пола. Бабушке к Новому году я заказала, я не буду сейчас открывать его, это аромат, который называется Элизар. Прочитала описание, мне очень понравилось, да, духи небольшие, но это зато не туалетная вода, а парфюмерная вода для женщин. Композиция разработана и изготовлена во Франции. Эксклюзивно для Faberlic. Бабушка будет довольна, у меня бабушка очень любит духи. И взяла вот такой вот порошок. Я тут недавно, у меня не было порошка Faberlic, у меня все закончилось, и я купила просто обычный порошок в магазине, кстати, не самый дешевый, и он у меня просто не вымывается из стиральной машины, ну, то есть из этого отсека, где стиральный порошок, он дубеет, короче, и просто не вымывается, это просто ужасно. Он сейчас новая фишка такая у разных марок, типа аквапудра, и вот эта вот пудра, она просто, ну, это ужасно, она просто не вымывается, некоторые даже остаются на одежде в виде каких-то разводов, хотя я ставлю на долгую стирку. Короче, мне не понравилось, я уже настолько привыкла к порошкам Faberlic, от них никогда такого не бывает, вообще ни разу не было, поэтому я их очень люблю. Вот такая классная посылочка ко мне приехала. Обязательно регистрируйтесь на сайте Faberlic как консультант и получайте скидки, вас ни к чему это не обязывает. Всех люблю, целую, до следующего ролика, пока!